Что, начался путь. Большой Чимган. Пока еще не передумал. Ребята едут. А мы сегодня вон туда наверх. С огромным удовольствием. Примерно двушечка, может быть, километр 800. Вот там машина стоит белая, не знаю, видите или нет, там еще два. Теперь где-то здесь нахожусь я. Пойдем мы, сейчас покажу поближе. Вон туда. Подножие большого чемпиона. Где выше? Вот сюда все, что я хотел сделать. Финальная дорожка. Сейчас пойдем через веревку и уже окажемся наверху. А вверх уже так. Я потерял. А вот здесь мой. На 100 метров. Я уже почти рядом. Добрый вечер. Вот так. Ну что, учпучмаки? Mission complete. After 10 hours, we gonna straight to the big Chimgan. I hope you understand my words. This is a fucking incredible. Я сейчас спину сейчас сломаю от этого оборота. Орел! Эй! Эй! Кураж, делайте ставки, господа. Алина или Баха? Троекратно. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ради этого, конечно. Засеките кто-нибудь время, во сколько мы наверху. Ну все, говорит, а теперь мы пошли обратно. Так можно подниматься.
на вершину, чтобы был запас светлого времени. Учиться, учиться, еще раз учиться. От дороги мы вышли в 4:30, а подъем начали ровно в 5:00. Вот меньше 5 часов, это очень нормально, я очень довольный. Прекрасно, пусть всегда хватает сил, дядя Гриш, пусть всегда их будет много. Ну, как тебе, дядь? Нормально? 2:00 ночи вчера мне это было. Вот этого не хватало взаимно. Как собак, скажи? Ну, как думаешь? Ну, ну что ты отворачиваешься? Ну, попробуй. 309. Естественная величина большого чумгана. Пойдем сходим на краешку, там очень красиво. Мадафака. Смотри, какая красота. Это наша земля, ребят. Мы здесь живем. Орел! Орел! Махни рукой, орелка! Махни рукой, орёлочка! Орёл! Ты... Бери меня с собой! Ты кого ворул? Закончилось наше восхождение. Сейчас будет одна из самых главных, наверное, дорожек. Это, конечно же, непосредственный спуск, который нас ждет впереди. Ну и... Множество приключений. В этот раз попробую засечь время, за сколько мы спустимся. Потому что поднялись мы вчера с отдыхом, со всякими передышками, со всеми подождатками и так далее, только за 8 часов. А можно подняться, естественно, намного быстрее. Как говорит дядя Гриша, рекорд ныне уже побитый. Это минута... минута. Час 22 минуты. I can't believe it. Я не знаю, что за ноги у этих людей. На этот раз я не просто так вышел в эфир, чтобы рассказать вам про то, как я поправляю усы и так далее. Сейчас у нас серьезный поход. Мы уже прошли грот. Мы за час спустились вниз. Вот, сейчас мы двигаем дальше, двигаем ниже. Нас застал дождь. Вот, и топаем в дождик. Сейчас покажу вам виды. Это будет красиво. Экстремально, но красиво, учитывая то, что мы отбились от стаи. Наши экспедиторы позади нас, они там бегают за теми, кто немножко сикают. Вот, а мы бегаем от всех них. Как хорошо, что мы успели. Смотри, мы прошли этот путь, и там раз прямо тучи, вот смотри, прям залазят. Накрывают тучи, ребята. Эй! Пейте тучи! Тучный суп. Красота, как классно. Смотри, прям воронка закручивается. Вон они, братаны наши, смотри. Она. Вот они. Местные. Четкие пацаны. Концерт хотите? Я знаю песню одну для них на французском языке. Rien de rien. J'ai l'envie de venir. Finally we did it. Right now I'm staying in the ground floor. It's very simple, it's very cool, but after 4 hours I will go back in the year. Я спустился уже на ровную землю. Сейчас пойду домой. Чтобы вы понимали, вот оттуда. Да, я правильно же покажу, да? Да, вот оттуда. И вот сюда мы это сделали. Счастлив до безумия. Хочу домой лежать и больше ничего не делать. Супер поездка.
Ха-ха.